Всем привет, это Влад. Друзья, мы только что прилетели с отдыха, еще не успели разобрать наш чемодан. И знаете, это была самая провальная 30-дневка в моей жизни. Так, ну что, ребят, экспромтом рассказываю, как оно все было. Самый первый день мой вы уже видели. Это вот эти вот 1000 повторений. Я думал, то, что так все оно и будет продолжаться. Примерно так же, как я делал раньше. 15 тысяч с гулькой отжиманий, там сколько-то тысяч подтягиваний. Но сейчас я начал действовать по тому же принципу, но я понял, что что-то идет не так. Что-то вообще идет не так, потому что у меня есть 23 элемента, которые нужно выполнить. Они связаны не только с прессом. И я понял, что мне в эту 30-дневку нужно писать не только пресс. Вот я такой красавец сделал первую 1000, потом я сделал вторую 1000. Я продумал себе круговую программу, которая тоже состоит из 1000 упражнений. И сейчас их попробую выполнить. На самом деле все просто. Первое упражнение — это вис на одной руке, виснем и раз. Теперь 10 раз на двух руках. Каждый круг длится по 200 повторений. Дальше идет скуласт. 50 раз. Моя любимая штука. 50. Погнали дальше. Маятник вправо-влево. Огненная штука. Так вот, ложимся. Опа. Идет. И раз. Маятник сделали. Вис в уголке 20 счетов. Давай. Не отдыхаем. Не отдыхаем. И раз. Опа. Раз. Опа. Ой, зараза. Дальше повисели. 20 лежим, подъем ног. Так, дальше лежим, подъемы к ногам. О, что, накачался, да? Стой, не отдыхаем. Дальше, подъемы колен к брусьям, мои любимые. Есть брусья, есть колени. Так, последнее упражнение. Ножницы сидя на попе. 2 минуты отдых, 2 минуты, потому что это адская штука. Итак, друзья, это второй круг. Хорошо. Хочешь, я последний круг сделаю с тобой, чтобы тебе было не так тяжело? Почему мне очень легко с тобой? Так, ладно, у меня отдых. 2 минуты, еще 3 подхода. Отлично, идем. Так, все, 2 минуты пошло, погнали. Упала, я упал. Все, сдулся. Держится за ручку. Все, концовочка. Вот так, друзья, на самом деле это все было 8-5. Дальше я замерил свои показатели, исходя из целей. Я провисел в уголке 41 секунду. Потом я простоял в брусьях в уголке 38 секунд. Потом в висе я смог поднять ноги 18 раз. После этого сразу у меня мотивация бомбить каждый день по 1000 каких-то упражнений на пресс, она просто улетучилась. Ну, потому что это неэффективно, неинтересно и не особо продуктивно. Параллельно у меня еще куча разных упражненок, достаточно интересно. Отжимания. Подтягивание, отжимание в стойке на руках, подтягивание на одной руке, горизонт. Кстати, совсем скоро я выпущу видео с промежуточным результатом горизонта. Поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот видос. Короче, мне нужно уменьшать мою нагрузку на пресс. Я полазил по ютубу и нашел крутую тренировку от Криса Хирея. 7 минуточек, это не 2,5 часа, это просто 7 минут. Я потренировался, я устал и мне понравилось. Основная фишка в том, что тут куча разных упражнений, которые делаем по 10 повторений. В принципе, все просто. Все, погнали. Так, первая звезда. Уже начинает гореть. Прикольно. Теперь вот так зависли. Оп. Так, 10 секунд вот так. Отлично.
Ну, мне понравилось. Это было прикольненько, это было динамично, это было достаточно просто. Крис красавчик. Потом несколько дней я просто поднимал ноги. Поднимал, опускал несколько подходов. После этого я попробовал статика. 5 секунд держу в висе, 5 секунд опускаю. Держу, опускаю, держу, опускаю. Потом я попробовал по 15 секунд. 15 секунд держу в уголке, опускаю, держу, опускаю. И мне это все понравилось, это все прикольно. Потом мы попали на концерт к моему любимому пианисту Юрима. Я сейчас очень сильно хочу начать учиться играть на фортепианке. Для того, чтобы мне начать, мне нужно сначала вдохновиться. Мне нужно не то чтобы замотивироваться, вдохновиться именно людьми, которые мощные в своем направлении, которые уже добились высот, и смотря на которых ты хочешь, не хочешь, но очень сильно хочешь начать что-то делать. Ну что, друзья, из мира спорта мы попали в мир музыки. Потом я попробовал опускать ноги из статичного угла. Вот такого вот, когда прям кверху так вот ноги задираешь и опускаешь их. Потом я сделал 22 подъема ног, и мы улетели на Бали. Итак, друзья, мы снова на Бали. Мои хотелки начинают сбываться. Мое первое путешествие, это значит то, что у меня еще 2 года осталось. А мы продолжаем прессить. Оказалось побольше места. Я понял то, что можно регулировать то, как ты жмешь свой пресс. Можно делать кишельме, чтобы просто болтались ноги. А можно прям стараться чувствовать то, как у тебя там мышцыночки, волокнушки работают. Друзья, вы знаете, что я понял? Можно не качать пресс. Можно просто найти правильный свет. И вообще не паришься. Друзья, время по-местному 5 часов утра. Весь отель еще спит, никого нет, ни души. Солнышко только-только-только начинает подниматься, а мы начинаем тренировочку. Ах, он горизонтик, тяжеленький. Ну ничего. Хотите, я вам кое-что скажу по секрету. Сегодня 22-й день и... И я увеличил свой уголок ровно ни на сколько. Ни о каких 8 секундах, 1 минуте. Ничего. У меня осталось 8 дней, и что делать? Не, конечно, я там дергался. Я могу говорить, что я больше упор делал на другие упражнения, на другие группы мышц, отжимания, там, подтягивания. Я пока не знаю, как я буду справляться с этой задачей. Я думаю, что-нибудь придумаю. Друзья, я вам хочу кое-что показать. Раз, два, три. Это же обалдеть, как красиво. Вон туда можно спуститься. Там есть вот дорожка маленькая. Там поплавать. Очень красивый пляж. Прям вообще. Решил попробовать сделать отжимания в стойке на руках на максимум, чтобы вот так вот, вот медленно опускаться. Получилось на 20 счетов. Ну, пока замеряем, посмотрим, сколько получится там через 1-2 недельки. Доброе утро, ребят. Я нашел, по-моему, идеальное упражнение, которое мне сейчас нужно выполнять. Оно именно на пресс. Ноги в нем практически не задействованы, и сейчас я вам его покажу. Зачекаем секундомер. Вот так вот ноги держать тяжело. Так вот задействован прям пресс. Прям пресс. Девяносто секунд.
Еще чуть-чуть и будет 108. Постепенно вот из таких ног нужно будет тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык их увеличивать. Так, друзья, у нас утренний горизонтик. Короче, пропустил несколько дней и опять тяжело. Пропускать нельзя. Ай-яй. Ну ничего, зато быстрее догоняем уже. Смотрите, что мы нашли. Миссия невыполнима. Мы пробираемся на крышу. Отвалился. О, мы пробрались на крышу. Мы пробрались в другой отель. После чего все, мы вернулись домой, и нужно замерять мои показатели. Кстати, да, друзья, меня очень-очень много людей спрашивают по поводу продвижения развития своего YouTube-канала. Ребят, мы запустили свой Telegram-канал, в котором мы постим очень крутые посты, выкладываем какие-то видосы, рассказываем... А, у нас же там мероприятия будут проходить, поэтому, если вам интересно развивать YouTube-канал, подписывайтесь туда. Там все самое сочное, все самое крутое. А сейчас результаты. Результаты, друзья, самый крутой результат у меня получился в Висе. Висе в уголке я прибавил 14 секунд, но это реально круто. Дальше, в стойке в уголке на полу. Первый раз я замерял, помните, да, на этих, на брусьях. И у меня получилось прибавить там около 8 секунд, 40-46 секунд, но это очень круто. 46. И я практически смог поднять 30 раз ноги. В висе на турнике поднять 30 раз без раскачки, вот так вот плавненько опустил, поднял. Если бы я мог делать быстрее, я бы, наверное, бы сделал. Но руки срываются. Хват не выдерживает, поэтому я его сейчас буду активно тренить. О, сейчас вообще будет вообще круто. Я запустил новую 30-дневку, скоро вы о ней узнаете. Это будет 30-дневка по подтягиваниям. Я ни разу в жизни не переваливал за 18 подтягиваний. Я хочу добраться до 25. И самое офигенное, что я хочу, это подтягивание на одной руке. На одной руке. Блин, я о нем уже мечтаю последние года два. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим на мой пресс. Как он изменился. Скажу честно, мой пресс поменялся с момента, когда я начал только отжиматься. Вот там тогда я вообще был таким толстым дрыщом. Сейчас у меня уже там какой-то рельеф. За последний месяц, не знаю, вам решать, сами посмотрите. Я попытался, там что-то постоял, понапрягался. Но вроде бы там как-то он немножко рельефчик, может быть, прибавился. Офигенно будет, если вы тоже попробуете вызов 30-дневки по прессу. И если у вас приоритет, прям приоритет в прессе, попробуйте 15 тысяч там каких-то упражнений для себя придумать. Если у вас проблемная зона, ну реально так, чувствуете то, что хотите этот пресс наконец-таки проявить, чтобы он увидел свет этого мира, то для вас следующие 30 дней начнутся прямо сегодня. И это будет очень круто. Попробуйте один месяц так усиленно попахать, чтобы он у вас появился. Все, я рад был провести с вами этот вечер или этот день, когда вы смотрели меня на YouTube-канале. Вас очень сильно люблю, поэтому развиваемся вместе. Все, это был Влад. Пока-пока.